Всем привет! Это Пернатикс Лайф, я Ирина. Это мои птички, воробей Тоша и парочка Карел Боня и Яша, которые завтракают. Вот наша цепочка, которую я вешала из веточек, и одна из них, вон там вторая. Ну вот это подверглась погрызушествам намного больше. То есть тут даже вот висят полностью разгрызные веточки. А хочу сейчас поменять сепию птичкам, потому что у Тоши вроде как есть, но я сейчас покажу, что с ней не так. А у попугайчика вот остался малюсенький кусочек, и он их уже не привлекает. У меня вот такая вот половинка сепии. Я специально для Тоши делила пополам сепию, потому что он, ну, неудобно ему цеплять. Сейчас уберу. Ой, сейчас сделаем вот так. Она упала. Сейчас достану. Так вот, с виду вроде ничего, но если посмотреть вот так, то видно, что он ее почти полностью вот выгрыз. Остались бочки и вот эта твердая часть, которая, к сожалению, ну, не будет съедена, потому что для него она очень твердая. И сейчас я повешу ее попугайчикам, они ее догрызут, а новенькую, свеженькую повешу Тоше. Перевесила, вот Боня смотрел на нее, но что-то ничего не хочет, а Яся решила попробовать. А вот реакция Тоши. Он вроде и видит, что сепия знакомая, но какая-то она не такая. И он ее пристально рассматривает. Тошечка кушает, правда, как-то странно, зависая на клетке. Тош, там твердая снизу. Сверху нужно кушать. Что-то отклевывает там. Вот так. Он любит сепию, предыдущую он просто выдолбал. Давай залазь на нее, как ты любишь. Он обычно сверху на нее садится и долбает, долбает. Это вот почему-то начал с краешков. Тош, не свались. В общем, так удобней или интересней. Тошечка, там тверденькая. А? Залезь уже сверху, мы посмотрим. Нет, сбоку нам нравится больше. Не достаешь же. Вот. Ну что, испугался? Тош, давай. Ты же смелая птичка. Нет, ты опять снизу на него. Давай уже залезай. Мы не ищем легких путей. Пытаюсь заманить его туда травкой. Но мы кушаем семена вот так. А сесть на нее не хочем. Вот Тоша наконец запрыгнул на сепию и кушает ее, как делает это обычно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!